Приветствую вас и посмотрите, какая получается ситуация. Переписка мужчины с другой женщиной, а жить не хочется вам. То есть получается, что мужчина переписывает с другой женщиной, а даже вам еще не изменяя, уже вызывает у вас такие вот ощущения, да, что вам не хочется жить. Но вы понимаете, наверное, что он это сделал, потому что ему чего-то не хватает. Я надеюсь, вы понимаете, что мужчина так себя ведет потому, что он отчаянно нуждается в чем-то, чего вы ему не даете. И возникает тогда вопрос, а чего именно вы ему не даете? Почему он начал переписываться с другой женщиной? Что его заставило это сделать? Может быть, вы вместо того, чтобы жалеть себя, что, кстати, ничего не даст, посмотрите на проблему с той точки зрения, что пока еще ничего плохого не произошло, и что все еще можно исправить, и что если вы поймете, что двигает вашим супругам, что заставляет его общаться с другой женщиной, то вы можете еще все исправить. Понимаете? А не нужно сгущать краски. И что это значит, не хочется жить? Мужчина, если он переписывается с другой женщиной, это его проблемы. Это не ваши проблемы. Это проблема мужчины, который недостаточно, например, ценит вас. Это проблема мужчины, потому что он присытился, например. Это проблема мужчины, что он не хочет решать какие-то трудные ситуации с вами, предпочитая при этом избегать их. Это целиком и полностью проблема мужчины, не вас. И вы ничего плохого не делали. Вы ничего плохого не совершили. Но если мужчина так поступает, значит, как минимум, он вас не оценивает, недооценивает, а скорее всего даже существенно принижает. И вам нужно ответить себе на вопрос, а что же это за мужчина такой, который вот так к вам относится? Что это за человек? Нужен ли он вам? И если да, то на каких условиях? Может быть, стоит вообще изменить немножечко свой подход. Может быть, стоит изменить свое отношение к нему. И тогда все наладится. То есть, мне бы хотелось, чтобы вы для себя этот момент определили. Мне бы хотелось, чтобы вы для себя это постарались прояснить и не думали о том, что вам не хочется жить. Нужно думать о себе. Нужно рассчитывать на себя. Понимаете? А вы, получается, так сильно зависите
зависите от своего мужа, что, собственно говоря, даже не представляете, видимо, своей жизни без него. И вот это как раз очень, очень плохо. Плохо это в первую очередь для вас, конечно же. Что вам нужно сказать? Что вам можно сказать? Постарайтесь взять себя в руки. Постарайтесь прийти к проблеме, скажем так, творчески. Постарайтесь подумать, что же мужчина недополучает от вас. И постарайтесь ему это дать. А если нет, то есть если он не хочет, если он не желает налаживать с вами отношения, то подумайте, нужен ли вам такой мужчина? Зачем он вам? Что он вам дает? Понимаете? Вот, собственно говоря, то, что я хотел бы вам сказать. Но вообще, думается мне, что пока, еще пока, ничего страшного, вот прям совсем страшного, не произошло. Ваш муж просто переписывается, и может быть для него это простое развлечение. Вот, и давайте не допустим того, чтобы это простое развлечение переросло во что-то больше. А поэтому предлагаю вам написать, дополнить. Если дополните, то напишите мне в личку, пожалуйста, о том, что дополнили свой вопрос. Информации о том, с какого момента это произошло, если у вас проблемы с мужем, любите ли вы друг друга, какие у вас отношения, есть ли у вас какие-то конфликты, там, разногласия и так далее, вместе попробуем эти проблемы решить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.